Меня зовут Давид Оганесян, я учусь на экономическом факультете и заканчиваю в этом году. Вышка для меня — это прежде всего те друзья, которые у меня появились за эти 4 года. На самом деле я считаю, что самое главное было не обучение, которое, безусловно, было одной из самых лучших в стране, а те мои друзья, которые будут со мной, надеюсь, по жизни. Потому что человеческий ресурс дороже точно уже знаний. Ну, так как у меня диплом не красный, у меня курьезных историй очень-очень много получилось. Даже не знаю, какой рассказать. Ну, было очень много студенческих выездов. Наш тут совет, как бы к нему ни относились люди, хорошо или плохо кто. Очень много хороших событий было там. Выезды море организовывали экономфака, на которых было очень-очень много веселых историй. Ну вот один из веселых моментов, наверное, помню на паре на Финеке, вот, финансовой экономике, мы... раньше у нас рядом Чебуречная была, и мы решили во время пары прям уйти и выпить. Потому что у кого-то из нас что-то там случилось, по-моему, и мы все за ним пошли пить пиво. И есть чебуреки, вот. Это было очень-очень весело, потому что после этого мы вернулись на пары, и мало кто помнит, что происходило потом. Если серьезно, вышка мне дала то, что я могу сейчас разобраться почти в любой области, в которой я абсолютный ноль. То есть за короткое время я могу прошерстить материал, который есть в общем доступе, или закрытом, или с кем-то там пообщаться. И достаточно быть компетентным в этом деле.